Всем привет на канале Тимур 11ТВ. Сегодня мы продолжим для вас читать книжку «Гарри Поттер и философский камень». В прошлой серии мы остановились на том, что мы прочитали шестую часть главы, которая называется «Распределяющая шляпа». Сегодня начнет седьмая часть этой главы. Ну что, поехали? Гарри какое-то время понаблюдал за Снегом, но тот больше не смотрел на него. Когда все насытились десертом, сладко исчезла с тарелок, и профессор Дамблдор снова поднялся со своего трона. Все затихли. Громко прокашлялся Дамблдор. Теперь, когда все мы сыты, я хотел бы сказать еще несколько слов. Прежде чем начнется семестр, вы должны кое-что усвоить. Первокурсники должны запомнить, что всем ученикам запрещено заходить в лес, находящийся на территории школы. Некоторым старшекурсникам для их же блага тоже следует помнить об этом. Сияющие глаза Дамблдора на мгновение остановились на рыжих головах близнецов Уизли. По просьбе мистера Филча, нашего школьного смотрителя, напоминаю, что не следует творить чудеса на переменах. А теперь насчет тренировок по квиддичу. Они начнутся через неделю. Все, кто хотел бы играть за сборной своих факультетов, должны обратиться к мадам Трюк. И, наконец, должен сообщить вам, что в этом учебном году правая часть коридора на третьем этаже закрыта для всех, кто не хочет умереть мучительной смертью. Гарри рассмеялся, но таких весельчаков, как он, оказалось очень мало. «Он ведь шутит?» – пробормотал Гарри, повернувшись к Перси. «Может быть», – ответил Перси, хмуро глядя на Дамблдора. «Это странно, потому что обычно он объясняет, почему нам нельзя ходить куда-либо. Например, про лес, и так все понятно. Там опасные звери, это всем известно. А тут он должен был бы все объяснить, а он молчит. Думаю, он, по крайней мере, должен был посвятить в это нас старость. А теперь, прежде чем пойти спать, давайте споем школьный гимн», – прокричал Дамблдор. Гарри заметил, что всех учителей застыли на лицах непонятные улыбки. Дамблдор встряхнул своей палочкой, словно прогнал севшую на ее конец муху. Из палочки вырвалась длинная золотая лента, которая начала подниматься над столами, а потом рассыпались на повисшие в воздухе слова. «Каждый поэт на свой любимый мотив», — сообщил Дамблдор. «И так начали». И весь зал согласил. «Хогвартс, Хогвартс, наш любимый Хогвартс, научи нас хоть чему-нибудь, молодых и старых, лысых и косматых. Возраст весь не важен, а важна лишь суть. В наших головах сейчас гуляет ветер, в них пусто и уныло, и куча дохлых мух, но для звания места в них всегда найдется, так что научи нас хоть чему-нибудь, а если же что забудем, ты уже нам напомни. А если не знаем, ты нам объясни, сделай все, что можешь, наш любимый Хогвартс, а мы уж постараемся тебя не пусти». Каждый пел как хотел, кто тихо, кто громко, кто весело, кто грустно, кто медленно, кто быстро. Естественно, все закончили петь в разное время. Все уже замолчали, а близнецы Уизли все еще продолжали петь школьный гимн. Медленно и торжественно, словно похоронный марш, Дамблдор начал дирижировать и взмахивать своей палочкой, когда они наконец-то пели, именно он хлопал громче всех. «О, музыка!» — воскликнула, вытирая глаза. Похоже, Дамблдор прослезился от умиления. Ее волшебство затмевает то, чем мы занимаемся здесь. А теперь спать, рысью марш. Первокурсники, возглавляемые Перси, прошли мимо еще болтающих со своими столами старшекурсников, вышли из большого зала и поднялись вверх по мраморной лестнице. Ноги Гарри снова налились свинцом, только уже не от волнения, а от усталости и сытости. Он был очень сонным и даже не удивился тому, что люди, изображенные на развешанных в коридорах портретах, перешептываются между собой, показывают на первокурсников пальцами, и воспринял как само собой разумеющееся то, что Перси дважды проводил их сквозь потайные двери. Одна пряталась за раздвижными панелями, а вторая скрывалась за свисающим с потолка длинным билетом. Зевая, с трудом передвигая ноги, они поднимались то по одной лестнице, то по другой. Гарри не переставал спрашивать себя, когда же они доберутся до цели, и тут Перси вдруг остановился. Перед ними в воздухе плавали костыли. Как только Перси сделал шаг вперед, костыли угрожающе развернулись в ее сторону и начали атаковать.
Но они не ударяли, останавливаясь в нескольких сантиметрах, как бы говоря, что он должен уйти. Это Пивс. На наш полтергейст шепнул Перси, обернувшись к Костику, а потом повысил голос. «Пивс, покажись!» Ответом ему послужил притяжный довольно неприличный звук, в лучшем случае похожий на звук воздуха, выходящего из воздушного шара. «Ты хочешь, чтобы я пошел к кровавому барону и рассказал ему, что здесь происходит?» Ну вот и все. Мы прочитали седьмую часть главы, которая называется «Определяющая шляпа». В следующей серии нас ждет восьмая часть этой главы. Но это мы уже будем для вас читать в следующей серии. А сейчас ставь лайк и подписывайся на канал Тимур11ТВ. Всем пока!